Привет! Привет всем! Вот, ну вот, в общем, мы здесь. Здороваемся с людьми. Итак. Всем привет. Простите, пожалуйста, что сразу, как я увидел ее в мониторе, сразу захотелось обратиться к ней. Тем более у нас мои прекрасные таланты, самые красивые на свете, самые талантливые, умные, спортсменки, красотки. Вероятно, на самом сейчас, наверное, Кристина покажет, что здесь происходит. Да. Для нас это трепетно, ново, необычно, по-домашнему. Сейчас приходят друзья. По-прежнему мы еще ничего не успеваем параллельно, несмотря на то, что вы уже видите, у нас как какие-то даже бокальчики праздничные для отмечания, но мы еще бегаем со скотчем, с ножницами, что-то наделываем, в гости, которые приходят, нам помогают, и от этого становится праздник более домашний, более светлый. Атмосфера прекрасна. Это мой папа. Он тоже приехал меня поддержать из славного города Петербурга. Сад у нас тут, конечно, какой-то не фотографичный. Очень хороший. Вот. Ну вот, собственно, это наша чудесная Нелли. Она просто удивительная, замечательная совершенно. Она создает нам тоже такой вообще уют. Вот у нас такой небольшой, но очень уютный, прекрасный стол. Вот у нас такие замечательные музыканты. Они договариваются о чем-то очень-очень интересном. Вот у нас прекрасная девушка-фотограф. А ваша ручка? Вот. Вот у нас такая выставка, которая периодически падает. Ну, такой у нас первый опыт. Вот у нас чудесные наши... Могу сказать слово «партнеры»? Могу сказать слово «партнеры». Это вообще самая лучшая фотолаборатория России. Я прочитала, потому что вообще центральная фотолаборатория России. Фотолаб. Вот в лице прекрасных девушек с нами сегодня. И вот еще моя прекрасная старшая дочь. Помаши ручкой, Котик. Молодец. Это люди. Все люди. А вот моя средняя дочь. Помаши ручкой, скажи привет-привет. Да, вот такие вот все люди поместились в один телефончик. И сидят там и на нас смотрят. Каролина. Ну, мы же им что-нибудь хорошее расскажем и покажем. Это ты была. А еще у нас есть очень классная, классная интересная вещь. Так, мы вот встречаем гостей. Здравствуйте. Мы встречаем наших прекрасных гостей. Здравствуй. Привет, привет. А это вообще, это удивительный человек. Мы еще сегодня ее увидим и узнаем, чем она такая удивительная. А я вам сейчас хочу кое-что подарить. Вот у нас есть такие подарочки для каждого нашего гостя. Сашенька, держи тебе подарочек. Красиво. Здесь у тебя волшебный кот, который тебе впоследствии может пригодиться. Вот. А там маленький подарочек. Розыгрыш будет, да? Будет розыгрыш, да. А есть еще одна очень интересная вещь. Я сама просто в восторге от нее. Ты тоже хочешь? Что ты хочешь? Тоже подарочек. Это вам. Спасибо большое. Кристина зовут? Очень приятно, Кристина. Да. Я Ксюша. Ксения Машка. Очень приятно. Приехал к вам из Питера. Здорово! Я обожаю Питер. Вот у нас Питер даже приехал к нам в гости. А, вы проходите, пожалуйста. Спасибо. А мы сейчас вам расскажем одну очень интересную вещь. Ой, боже, как... у меня сегодня этот цвет просто в цветах. Вот именно этот цвет. Посмотрите, у меня просто вот все цветы именно этого оттенка. Потому что ты отдельный цветок. Да, солнышко, не трогай пока, малышечка. Не-не-не, это гостям. Ты будешь раздавать. Будешь мне помогать раздавать? Йо-йо-йо. Так, у нас есть еще одна. А пойдем искать нашу инсталляцию. Где наша инсталляция? Мы сейчас вам покажем одну очень интересную вещь. Куда мы подевались? Кто подевался куда? Крёстная? Конечно. Крёстная. Я прошу прощения, мне просто поступают какие-то звонки. Нужно встречать гостей.
поэтому мы периодически будем прерываться, вы уж простите, тут по-другому никак. Это прям прямой эфир? Прям да, это прям вот прямой эфир. Да, вот у нас немножко, но у нас сидят и смотрят люди. Как это необычно. Да, вот так вот. Мы очень далеки от этого. Да, вы те еще хакеры, поэтому... Она красивая. У нас даже есть семейный инстаграм, но как-то нам не очень удается. Извините, пожалуйста, я на Мику. Вот поэтому и не удается. Ну, мы обязательно исправимся. Вот наш Андрей Андреевич. Просто я говорила, что, наверное, вещи положить. Сейчас она придет. Какая? Какая? Какая крестная? И твоя крестная скоро придет. Твоя крестная скоро придет. Шейла. 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 Да? Да. У тебя... Привет! Привет, привет! А ты пока один, что ли? Ну да. Ну ты же будешь не один? Они сейчас приедут. Отлично. Привет, привет. Привет, привет. Поздравляю. Привет. Подожди, стой. Привет. Мы запечатлим. Привет. Так, тут все, кого вспоминают. Привет. Ай-яй-яй-яй. О, крутяк. Давай, давай, давай. Супер. Так. Ой. Вот, это тебе. Ух ты. Знаешь, как люди с несколько более длинным опытом в предпринимательстве. Да. Мы знаем, что тебе понадобится много сладкого. Потому что это, в общем, тяжелая задача. Класс! Буря-буря! Подъемная. Игорь, класс, класс, класс! Спасибо большое! Это съедобные цветы. Да. Цветы сладкие. Да, это сладкие цветы. Спасибо большое! Сейчас поделюсь с вами. Так. Это можно сразу. Он. Ой-ой-ой-ой-ой. Никто ничего не видел. Доченька, иди отнеси, пожалуйста, в ту комнатку. Иди отнеси, малышка. Вот так вот у нас цветы. Вкусные цветы попадали. Неси скорее, чтобы они не упали. Лежала на полу. А, это вот сюда, это знаешь, что-то. Ну, едет еще моя, так сказать. Итак, конверт можно вскрывать, да. Можно открывать. Нас ждет там небольшой сюрприз. Запомнить номер, который есть, да, на конвертике. Вот, сейчас, а в конвертике хорошо, просто мои работы. Вот такие там интересные вещи. Еще у нас здесь такая вот стена волшебная. И это все, что сейчас у нас здесь происходит. Мы здесь фотографируем. Вот такие вот у нас здесь памятные места. Давай по воде фотографируй. Хочешь, а по воде пока... пофотографируй? Единственное, что... Да, попробуй, на. Мне нужно еще одну еще раз. Я вам лучше не себя, а... Да, а как вот я не умею пользоваться, к сожалению. Мне вот так вот будут показывать еще фотографии. Это открытая студия, напоминаю. Наш большой друг Борис Мамлин. Двое в комнате. Я. Ну, да, 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 да. Не сотвори себе кумира. Матыка. Сейчас все-таки надо Кристине отдать. Я не очень умею. Кристин. Что? Да. Что, привет. Все? Да. Ты поснимал? Папа первый раз снимал прямой эфир, который продолжается. Давид, говори погромче, не слышно. Листик нельзя есть. Тебе тетя Таня говорит, говори погромче. Леденец. Леденец? Ты думаешь, его нельзя есть? Мне кажется, цветок это то же самое. На секунду, да, возьми, я просто хочу еще. У тебя какая проблема? Это или это? Вот это сейчас. Вот это. Вот это, да, хорошо. Сейчас это. Ну, хочешь перейти? Да, давай лучше перейти. Как мы, как переключить? Сейчас, одну секунду. Давай, давай. Спасибо большое. Привет. Стой. Стой.
у нас, к сожалению, возникла небольшая накладка, поэтому не распечаталась одна и очень интересная любопытная история. И поэтому... Пап, одну секундочку, прям секундочку внимания, потому что у нас появились еще гости, и дабы всем не было скучно, пока у нас собираются люди, есть одна такая очень интересная инсталляция у нас на сегодняшний день. Я прошу сделать то, что здесь написано, со своими смартфонами. Покажи. Вот, поэтому давайте, просто нужно достать свой телефон, скачать определенную программу. Можно, здесь есть QR-код, благодаря которому это можно сделать очень просто. Вот, и тогда смотреть на... Здесь, знаете как, я придумала на эту инсталляцию такой слоган, что в моей студии на данный момент гораздо больше работ, чем вы сейчас видите. Поэтому, для того, чтобы их увидеть, я хочу, чтобы кто-то сейчас это сделал, чтобы мы продемонстрировали нашим вот гостям, которые нас сейчас смотрят, вот, чтобы мы это продемонстрировали. Володь, ты можешь достать свой телефон? Сейчас Вася приедет, он знает, как все. Я могу достать свой телефон. Смотри, здесь все написано. Наведите камеру смартфона на QR-код. Давай, не получится. Все получится. Давай. Камеру. Да, просто фотография, да. Наводи. Все, готово. Да. Сейчас, подожди, сейчас еще не загрузилось. Вот когда он покажет открыть, мы его откроем. Сейчас он грузит. Вот. Опа. Яркость экрана. А, все, вот, да, считал. Кровать показывает. Ну, это пока что-то. Это, знаешь, эпилог. Шоу-бизнес, ты знаешь, как все в вашем этом. Это ваше открыть. Открываем эту программу. Да, не Марис. А теперь, ну попробуем. Иди сюда. Это нужно наводить на картины, да? Вот я тебе говорил, Вася сейчас придет, он. Вася сейчас придет. У меня тоже такой же телефон. Ну, у тебя же получилось вот это. Я еще не делала, я вот видишь, снимаю тебя. Сейчас, подожди, скажи. Ничего не трогай. Пузыри пошли уже какие-то. Ну, меняются пузыри. Да, пошли пузыри. Или, может, надо было дождь дороги, не дождь. Так. Пузыри пошли вот опять, да? Какие у вас пузыри? Какие разнообразные? Ловите? Да, нет, у нас это наша фишка. Да, я там со скотчем. Thank you.
Давным-давно у Олеса была такая штука. Шейла. Как ты видишь, я оператор сегодня. Привет. Привет. Ты видела эту прекрасную технологию? Да, я снимала, как ты ее тестила на стене. Мама! Мама!
пишет, чтобы я взяла провод, тебе надо взять его. Я схожу за проводом, а то он, у меня сумка очень далеко. Thank you.
такой вот человек тут. Так, Ева королева. Ой-ой-ой-ой-ой, кто падает? Слушай, ну мы сейчас вот торт, да мы, в принципе, никого не разгоняем. Мы сейчас с детьми просто решим вопрос, чтобы они у нас не устали. А так, ну, у нас пока мы свободны. Не, а слушай, сейчас Женьку подождем, если только он подойдет, да. Нет, нет, все хорошо. Квартиру. У нас просто сейчас, нет, у нас тортик, и у нас еще там есть подарочки немножко, нам надо их разыграть, подарить, и все, и мы, в принципе, все, программу главное выполнить до конца. У нас немножко, видишь, ну, как всегда, все-таки первый раз, все равно немножко нужно где-то, ну, как бы. Ну, в общем, как-то так. Молодец, все сделали. Ты что, все равно большое дело. Да, в общем, да, такой. Не переживай. Все всегда чего-нибудь. Ну да, да. Да, скажи, это главное сделать. Ты мое солнышко, давай, спасибо. Ты как выросла. Большая страна. Иди сюда, Тонь, иди. Да, мы сейчас посмотрим. Красотка. Угу. Да-да-да, конечно, сейчас. Да-да-да. Может, бай-бай? Угу. Давайте растут бай-бай. А вот сейчас они поют, как раз я с Машкой туда отправлю. Угу. А ой, сладенькие. Укачать. Ой, укачать, ой-ой-ой. Крошка. На коралинку похоже, да, не говори. Хотя, ну, у нас вообще такая прям совсем какая-то другая, но если выбирать из кого двоих, то да, она похожа на Каролинку. На Каролинку такая похожа. Темненькая прям была. Ты все уже собралась? Да, мне тоже. А тортик? Голодный, злой. Сейчас, подожди. Сейчас. Пойдем с тобой. Я тебя сейчас провожу. Единственное, я не знаю, где твоя одежда. Сейчас, ага. Welcome, New Born Петренко. New Born. Все в одном месте. New Born. Я вижу, где-то вообще в тени. Кстати, да, записывайте мой аккаунт Newborn Петренко. То есть ты его нашел? Да. Спасибо. Класс. Пойдем. Спасибо, что ты вырвалась и пришла вообще. Я все-таки, знаешь, мне так много людей, которые должны были прийти, но по разным причинам не пришли. Смотри. Иди ко мне сюда. У меня, к сожалению, произошла накладка. Эта картина тоже должна была сегодня висеть. Возьми, пожалуйста. Вот торжественное вручение, давай. А я должна достать? Да. Потому что я тебе сейчас кое-что покажу. Вот, это моя Мариночка чудесная, замечательная. Ой, ну тут отсвечивает. Все, все, сейчас я иду, сейчас я иду. Из-за этого, что у меня в другом, там другой QR-код на нее. Не сделали чуть-чуть неправильно. Но я тебе потом пришлю. Я тебе пришлю именно QR-код, ты по ней можешь посмотреть. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я тебя была очень рада видеть. Так, мне нужно, наверное, мужа попросить, чтобы он помог тебе, да? Нет, все в порядке. Хорошо, спасибо, хорошо, Мариночка. Давай, спасибо. Давай. Спасибо, что пришла. Обязательно. Приходи. Я буду очень. Давай, мое солнце. Привет. Я не вечернее платье, прости. Нет, ты что? Ты, я знала просто, что ты и так придешь в дресс-коде. Да? Это вот, сейчас, подожди. Это Виталик. Это тоже девочка.